Всем привет, друзья! С вами Болтарьес, и парад инди-хорроров продолжается. Сегодня у нас игрушечка EVE, вот с таким вот названием. И сразу в главном меню нам предлагают ознакомиться с управлением. VSD, мышь, приблизить, отдалить, E, видимо, мы будем читать записки, и Escape, продолжить или поставить игру на паузу. Окей, язык, естественно, мы берем английский. Вот эти вот каракули мне совершенно не нужны. Так, все, и игра запустилась, да? Ой, блядь, а что так все выглядит-то поносно как-то? В опции можно зайти, да? Ну, вроде стоит тут все на максимальных, но ну, как-то ну, это вообще пиздец. Ладно, уходим назад. Как есть, так и есть. Главное, что FPS не падает и все работает. У нас сломался велосипед. У нас переднее колесо вылетело, в чем проблема? Видимо, все настолько плохо, что мы не можем продолжить путешествие. А может быть, мы сюда и ехали. Вопрос, куда? Что это опять за лесные прогулки, блядь? Опачки, а это что у нас? Интеракнулись. Это список похороненных здесь? А что, одна могила на всех? Братская могила? Ладно. Я пока не понимаю, куда мне нужно вообще идти. Ну, если здесь есть кладбище, скорее всего... Да, вон, смотрите, тут заборы. Значит, скорее всего, где-то рядом есть какие-то постройки. Либо, по странному стечению обстоятельств, многие люди погибли в этом месте. Мне, наверное, нужно каким-то образом туда попасть, да? Давайте попробуем. Я буду просто идти вдоль... А, вон, смотрите, там что-то есть. Что это такое там? Там что-то дергается, смотрите-ка, ребят. Это какой-то бункер? Или это теплица? Интересно, а что это они здесь выращивают за таким забором? О, записуля, сейчас узнаем. 3 марта. Отчет. Не можем связаться с Митчеллом Дином, Генри Мосс и Митчелл Дин. Тормоза, они замедляют наш процесс. И немножко они того самого. И список. Ну, пока непонятно. Здесь кипит работа. По всей видимости, когда-то она кипела. Что такое? А, это муха летала. Я не могу туда пройти. Блядь, что-то темно так. 12 января Генри оставил что-то тут всю работу и что-то там на завтра. Ну, наверное, топливо кончилось. Я не знаю, что это. Генератор или что это за хуйня. Подождите. А это интеракнуться с запиской, все понятно. Я думал, там можно попробовать его запустить. Хорошо. Ну вот смотрите, здесь есть домино. Огромный домино. Меня пустят в него? Вроде как да. Ну вот, вот это уже другое дело, дайте зайти. А, серьезно, я не могу? А сюда? Тоже не могу. Но меня это не остановит. Вот так вот, ребят. Видишь цель, иди к ней. В первую, во вторую дверь меня не пустили, но зато в третью я зашел. Но пока еще не до конца. Одной ногой мы стоим на крыльце, и все. 100% теперь мы здесь. А что здесь может, блядь, столько грузиться? Может быть, я зря включил вот это вот... Антилейзинг. Давайте мы его нахуй отключим, потому что что-то мне уже страшно становится за эту игру, что она в следующий раз вообще нахуй не загрузится. Итак, интеракнуть с чем? С дверью. Нажимаю. Закрыто. Хорошо. Эта дверь тоже закрыта. Что это у нас такое? Можно поворачивать. Можно приблизить. Это книжка. Это даже не книжка, это дневник. Диари. Ну да, дневник. И что, и все?
Взять я его не могу. Есть все двери закрыты, только одна доступна. Хорошо, я иду сюда. Ой, как здесь светло. Подождите. Это какой-то психологический хоррор или что это? Почему здесь так все засрано, как будто это уже было заброшено хуй знает сколько вообще лет? И тут такая комната. Но я на самом деле здесь остался. Женщина на фотографии, а здесь у нас мужчина. Ага. Женщина и мужчина, это их спальня. У нас есть фотоаппарат. Непонятно. Это какая-то, блядь, игра исследования, что ли, или что? Почему я ничего взять-то не могу? 15 января... Ой, блядь, сколько тут написано. 15 января это слишком для меня. Мама, я могу на... Давайте мы пропустим эту записку. Я не думаю, что в ней что-то есть прям такое существенное, что нам поможет в прохождении этой игры и раскроет все карты. Ага, и ожерелье. О, а я ожерелье-то взял, вы посмотрите-ка. То есть, получается, какие-то вещи мы берем. А у меня есть там инвентарь, что-нибудь такое, нет? Ну ладно. Нам нужен ключ. Нам нужен ключ. И желательно поскорее его найти, потому что там плачет маленький ребенок. Мало ли что может с ним случиться. Он наверняка один, ему нужна помощь. 5 марта. Спенсер, Эзра, Коби, Джон, Джосси, Эрик. Это 11-я страница. Так, секунду. Дайте-ка я вернусь к этому замку. 10 января. Ага. А вот, кстати, первая страница. 17 недель, смотрите-ка. Я почему обращаю внимание на все вот эти вот имена и цифры, потому что здесь вроде как нужен не ключ, а просто... Что такое? Что это, блядь, за треугольник здесь вылез? Алло. Во, вот это другое дело. Да, вот здесь нам нужно набирать цифры. Нам нужно набирать цифры, и тогда дверь откроется. То есть нам, по идее, ключ не нужен. Либо мы сначала должны будем снять этот замок, а потом еще дополнительно ключ нужен. Сейчас попробуем найти ключ. Если его нет, то останется только подбирать пароль. Так, вот записка. Опачки, а вы посмотрите, а что это у нас такое? Ага, восьмерочка обведенная. Хорошо. Кто-то что-то здесь кому-то мог помочь, ну, насрать. Вы посмотрите, сколько здесь записок, ебать. Здесь очень много записок. Этой игре обязательно нужен русский язык, чтобы, так сказать, проникнуться всему, всей вот этой вот истории и происходящим. Очень много записок. Очень много записок. Но всего лишь одна восьмерка была красного цвета. Это намек, ребят. Это намек. Очень, очень странно, что я больше других цифр красных не вижу. Ты можешь повернуть вот так? Ты нахуй тебе не надо. Все равно ничего интересного там нет. Уроки игры на фортепиано. Ну, нам пока этого не надо. Во, вот это мы возьмем. Соску мы возьмем. Сейчас пойдем к мелкому, дадим ему пососать. 4 февраля. Седьмая записка. Угу. Нет, а серьезно? Господи, это зеркало, и смотрите, в зеркале силуэт чьей-то морды. Что за фризы какие-то, я не понимаю. Вроде FPS нормальный. 18 февраля. Но опять же, ребят, опять же, я не вижу здесь никаких красных цифр. Что за бред? При том, что записок просто дохуя и больше. Но я их все прочитал.
Ноты, пожалуйста. А можно поиграть? Хотя бы парочку. Что такое? Что я открыл? С чем я там взаимодействую? Я через стену, что ли, с чем-то взаимодействую? Серьезно? Просто, ну, как бы здесь ничего не происходит. Ладно. Какой здесь будет пароль? Точно, смотрите, ребят. Это я через стену все открывал. Охуеть. 22 февраля, 10 страница. Может быть, здесь надо как-то ориентироваться по вот этим вот страницам. Может быть, где-то нарушен порядок. Пока у меня никаких мыслей нет. Это что такое? Sleep Aid. Недоеденная кура. Огрызки. Да. Ну и домик. Дом с кучей записок. Вот как это называется. Это у нас что? Это у нас ножницы. Я их тоже приханырил. И это мы тоже взяли. Может, я мелкому должен приготовить поесть, закинуть ему в окно, а он мне уже откроет дверь с той стороны. Хотя нет, все равно придется этот замок кодовый снимать. Секунду, а где, та самая записка с красной одной цифрой? Дайте-ка мне ее еще раз. Вот. 28 января. Цифра 8 почему-то красная. Почему? Почему цифра 8 красная? Так, а нам нужно немножечко подальше. Вот так хорошо. Смотрите, здесь везде восьмерка стерта. Может быть, вот так? Серьезно, смотрите, здесь восьмерка стерта. Ее здесь нет. Но это один хуй не работает. Один хуй это не работает. К тому же нам нужен еще ключ. Ожерелье, мне показалось, я его взял. Я могу выйти отсюда? Мне что-то не особо нравится в этом доме, потому что куча всяких записок, и хуй пойми, какой... Что такое? Я где-то на кошку наступил. Выпустите меня отсюда, мне здесь не нравится. Я попытаюсь починить свой велосипед и уеду отсюда. На крайний случай, блядь, поеду на одном колесе. Ну окей, давайте мы попробуем взять какую-нибудь одну, любую записку и ее изучить. Вот, например, записка от 18 февраля. Я позвонил кому-то. Она ответила, что меня учила ее дочь игре на пианино. Ну, в принципе, как бы вот оно и логично, да? Комната для занятий, музыкальная комната. Вот, пожалуйста, пианино, и нам повествуют, рассказывают, что здесь вообще происходило. Вот так вот. Оказывается, нам ключ никакой и не понадобился, ребят. Я пошел и посмотрел, какой же здесь должен быть пароль, благо люди добрые оставили записи. Так, что у нас здесь? 18 февраля, Эзра, все в порядке, мы будем вместе с тобой вечно. И отправляемся, чтобы увидеть бабушку. Мы будем с тобой вместе. И это финальная 16-я записка.
Мы пошли к бабушке. Я не знаю, что делать. Я что-то там ренил, бежал, что ли, на выход. Я знал, что все будет хорошо. Когда я нашел выход, я позвонил 911 и ждал в течение нескольких часов. Я смотрел на это здание. Но когда мы пришли, ничего не было. Этого здания не было. Этот дом испарился. Дом-призрак. Вот такой вот, по всей видимости, коротенький инди-хоррор, да? Абсолютно ничего страшного здесь не было. Так, знаете, походить, побродить и почитать записули, если вы знаете английский язык. Ну, в принципе, если бы здесь, конечно, был русский, можно было бы прям все это почитать, порассматривать каждую комнату, каждый предмет, и, может быть, даже было бы интересно. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. Всем пока!